Уважаемые коллеги, с 2021 года изменяется порядок допуска профессиональной деятельности медицинских работников. Необходимо будет предоставить в комиссию документы о том, что за последние 5 лет вы прошли курсы повышения квалификации, суммарно 144 часа за 5-летний период, и самостоятельно заработали определенное количество кредитов, баллов, учебных часов за свою активность, участие в конференциях, в семинарах, в вебинарах. Цикл вебинаров для врачей первичного звена – это уникальный проект Ассоциации Сирано и Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Это возможность для врача продолжать свое обучение в рамках проекта непрерывного медицинского образования, не отрываясь от экрана домашнего компьютера во внерабочее время. Циклы вебинаров выстроены по 9 темам, которые идут как уроки в одно и то же время по выходным дням. В 16:00 начинается курс «Дентальная имплантация». Читают доценты Пензенского медицинского университета Александр и Дмитрий Стаматовы. В 16:30 начинается курс «Дифференциальный диагноз». Его читают доцент Этери Борисовна Мумладзе, профессор Андрей Леонидович Заплатников. В 17:00 начинается курс «Актуальные вопросы лор-органов». Его читают профессора Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования помогает вам выстроить вектор профессионального развития на ближайший 5-летний период. В 17:30 начинается курс «Актуальные вопросы неонатологии». Его читают профессора-неонатологи Наталья Ивановна Ахмина, Николай Павлович Шабалов и Андрей Леонидович Заплатников. В 18:00 будет начинаться курс «Современный врач». Его прочтут член-корреспондент, профессор Дмитрий Алексеевич Сычев, профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Виктор Викторович Макаров. В 18:30 будет начинаться интереснейший курс «Неврология для педиатров». Его читают профессора Валерий Петрович Зыков и Андрей Леонидович Заплатников и сотрудники кафедры детской неврологии. Образовательные мероприятия реализуются ассоциациями в сотрудничестве с кафедрами нашей академии. Подобная связка обеспечивает получение современных знаний, умений и компетенций в соответствии с профессиональными стандартами. 19:00. Курс «Актуальные вопросы полиморбидной патологии». Читает профессор Ольга Дмитриевна Остроумова и сотрудники кафедры полиморбидной патологии. В 19:30 пройдет курс «Избранные вопросы хирургии для педиатров». Читают профессор Ольга Витальевна Карасева и сотрудники НИИ травматологии и детской хирургии. В 20:00 начнется курс «Диалоги с профессором Ириной Николаевной Захаровой», заведующей кафедрой педиатрии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Ассоциация «Сирано» приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. И если ваш нос любознателен, то мы приглашаем вас на вебинары выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edu-sirano.ru. Уважаемые коллеги, добрый день! Российская медицинская академия непрерывное профессиональное образование – это наиболее опытное и уникальное учреждение дополнительного профессионального образования. Мы реализуем программы в области повышения квалификации с 1930 года. В настоящее время дополнительное профессиональное образование врача преобразуется в так называемое непрерывное медицинское образование. И эта непрерывность вполне естественно для врача, так как согласуется с его естественной потребностью повышать свою квалификацию и приобретать новые знания, умения и компетенции. Непрерывное медицинское образование представлено двумя частями. Это образовательные программы, которые реализуются в нашей академии, нашими кафедрами, и образовательные мероприятия, которые реализуются ассоциациями в сотрудничестве с кафедрами
нашей академии. Ассоциация Сирано приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. Если вы хотите совершенствоваться в профессии, если вам интересно и если ваш нос любознателен, то эта программа для вас. Наша вторая лекция посвящена вопросам классификации, оценки тяжести повреждений, и речь идет о тяжести повреждения мозга и шкале комы Глазго как инструменте, позволяющем установить диагноз и оценить состояние больного. Итак, что такое черепно-мозговая травма? Черепно-мозговая травма – это повреждение механической энергии черепа и внутри черепного содержимого, куда относится вещество мозга, сосуды головного мозга, черепно-мозговые нервы и мозговые оболочки. Оценка тяжести. Для оценки тяжести сегодня во всем мире используется шкала Комы-Глазго, которая тоже входит в нашу повседневную жизнь в течение последних нескольких лет. На самом деле шкала Комы-Глазго представляет собой возможность объективно оценить тяжесть повреждения мозга с использованием количественной шкалы. Мы видим с вами, что для детей разработана педиатрическая шкала Комы-Глазго. Речь идет о детях до 1 года, от 1 года до 5 лет, и для детей старше 6 лет шкала Комы-Глазго соответствует таковой у взрослых. Что представляет из себя шкала Комы-Глазго? На самом деле это тест, который включает в себя три составляющих – открывание глаз, вокализация или речевой ответ и двигательная активность. Но для того, чтобы легче это запомнить, давайте вспомним, как мы просыпаемся утром. Мы сами открываем глаза, встаем с кровати, выходим, встречаемся с родственниками и всех приветствуем со словами, там, скажем, «доброе утро». Да? То есть у нас есть спонтанное открывание глаз, у нас есть спонтанная двигательная активность, у нас есть спонтанная речевая продукция. И вот из этих трех составляющих складывается шкала Комы-Глазго. Открывание глаз, двигательная активность и речевая продукция. Суммарно максимальный балл составляет 15. Да? Если мы набираем с вами 15 баллов, то мы можем говорить о том, что состояние хорошее, сознание ясное. Минимальный балл – это 3. Если у нас набирается 3, открывание глаз – 1, вокализация речевой ответ – 1, двигательная активность – 1, это катастрофически плохая ситуация, соответствующая коме 3. Остановимся подробнее на возрастных особенностях. Почему мы говорим о педиатрической шкале Комы-Глазго? Потому что на самом деле речевая продукция, да, у нас функция, которая формируется во времени. И понятно, что дети до 1 года не имеют речевой продукции. От 1 года до 5 лет речевая продукция формируется, и к 6 годам она сформирована. Вся остальная градация, что касается двигательного ответа, открывания глаз, примерно одинакова. Значит, для детей до 1 года вокализация или речевой ответ складывается из следующих составляющих. Если у ребенка есть спонтанный громкий плач, вы подошли к нему, ему 1 год, он увидел незнакомого человека, громко заплакал, то есть у него адекватная нормальная реакция. Если он не смог заплакать, он тихо заплакал, то балл снижается, это уже 4 балла. Если на ваш осмотр он реагирует беззвучным плачем, то это 3 балла. Если у него только появляется гримаса боли, это 2 балла. Если нет никакого ответа, он не реагирует на ваше присутствие, на ваш осмотр, на ваши манипуляции, то это 1 балл. Что касается детей от 1 года до 5 лет, то здесь у нас уже есть отдельные слова и, возможно, речевая продукция. И если у нас есть спонтанная речевая продукция, он может ответить вам на вопросы там, «да», «нет», «мама», «папа», «пошли», там, «да», то это уже как бы хороший ответ, это 5 баллов. Если он бормочет на ваше обращение, то это 4 балла. Если он громко кричит, реагируя на ваше присутствие, это 3 балла. Беззвучный плач – 2 балла, нет ответа – это 1. Ну и в норме у взрослых и у детей старше 6 лет это адекватная речь, отдельные фразы, отдельные слова, бормотание и отсутствие какого-либо речевого ответа. Соответственно, это будет 1 балл. Вот примерно из этого складывается шкала Комы-Глазго. Значит, что касается двигательного ответа, то двигательный ответ складывается из следующих составляющих и в общей сумме составляет 6 баллов. Если есть выполнение команд, это наилучший ответ.
Вы им говорите, поднимите руки, там, закройте глаза, откройте рот, и пациент выполняет. 6 баллов, отлично. Если есть локализация боли, то есть он одергивает и пытается устраниться от источника раздражения, это 5 баллов. Если он просто одергивается весь, 4 балла. Если на раздражение болевое есть патологическое сгибание, это 3 балла. Если есть патологическое разгибание, 2 балла. И если нет ответа, мы опять получаем с вами 1 балл. Что касается открывания глаз, то есть здесь мы обсуждаем с вами возможность спонтанного открытия глаз, 4 балла, максимальный ответ. Если открывают глаз на звук, там вы окликнули по имени, и пациент, закрывший глаза, открыл их. Если он открыл глаза на боль, на болевое раздражение, это будет 2 балла. И если, несмотря на болевое раздражение, он не реагирует, не открывает глаза, то это будет 1 балл. И вот мы видим с вами, из чего сложились наши 3 балла. Да, тяжелое состояние пациента, когда он не реагирует открыванием глаз ни на что, на боль, когда он не реагирует никакой вокализации или речевой продукции в ответ на болевое раздражение, это 1 балл. И когда у него нет двигательного ответа на болевое раздражение, это тоже 1 балл. Так вот мы видим с вами, с чего набирается 3 балла, характеризующие тяжелое состояние пациента. И наоборот, если мы с вами получаем максимальные ответы на открывание глаз, на вокализацию, на двигательную активность, мы набираем 15 баллов и говорим о ясном сознании. Почему важно говорить о шкале Комми-Глазго, почему важно ею владеть? Потому что это не научная работа, это не вопросы каких-то высоких материй. Это на самом деле действительно прикладная практическая медицина. Сегодняшние современные рекомендации как для взрослых, так и для детей построены на той самой шкале Комми-Глазго, о чем мы поговорим с вами позже. То, что касается тяжести повреждений, мы знаем с вами, что выделяют 3 группы. Это легкая черепно-мозговая травма, это черепно-мозговая травма средней степени тяжести и тяжелая черепно-мозговая травма, которая соответствует ушибу мозга тяжелой степени. Так вот, она очень замечательным образом коррелирует с той самой шкалой Комми-Глазго. Так, легкая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга соответствует 13-15 баллам по шкале Комми-Глазго. То есть речь идет о пациентах, которые находятся в сознании, ну, может быть, могут быть немножко вялыми, там, слегка заторможенными, но и вместе с тем это пациенты, которые адекватны, которые доступны для контакта. Что касается пациентов средней степени тяжести, да, то это пациенты, которые соответствуют 9-12 баллам по шкале Комми-Глазго. Это оглушение, это глубокое оглушение, это сопор, это то, что в совокупности и характеризует среднетяжелую черепно-мозговую травму. И тяжелая черепно-мозговая травма – это пациенты, которые находятся в коматозном состоянии. И мы с вами знаем, что есть 3 уровня комы, не 4, хочу обратить ваше внимание, что иногда проскальзывает, а именно только 3 уровня комы – кома-1, кома-2 и кома-3. Кома-1 или поверхностная кома соответствует 6-8 баллам по шкале Комми-Глазго. Если брать классическое описание комы, то это сохранение реакции на болевые раздражения, защитные двигательные реакции, но и вместе с тем не сопровождающиеся открыванием глаз на боль. Что касается глубокой комы или комы-2, это соответствует 4-5 баллам по шкале Комми-Глазго. Это состояние, которое характеризуется отсутствием каких-либо реакций на любые раздражения, изменение мышечного тонуса, может быть гарметония, диффузное снижение тонуса, диссоциация по оси, снижение или отсутствие рефлексов без двустороннего мидриаза. И кома-3, тяжелая кома, крайне тяжелая кома, которая может быть в том числе и терминально. Речь идет о двустороннем фиксированном мидриазе, когда мы имеем с вами расширенные зрачки, диффузную мышечную гипотонию, да, и все это сопровождается, как правило, нарушением витальных функций. Ну вот классификация, что-то тут пропала у меня половина классификации, но неважно. По классификации выделяют закрытую черепно-мозговую травму и открытую черепно-мозговую травму. Да? Мы знаем с вами, что бывает изолированная и сочетанная черепно-мозговая травма.
В структуре закрытой черепно-мозговой травмы может быть сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга, как мы говорили с вами, легкой, средней и тяжелой степени, в том числе и диффузно-аксональное повреждение мозга. И все это может сопровождаться с давлением, да? То есть не просто травма, как бы не просто структурные повреждения, но еще плюс к этому какие-то дополнительные объемы в виде гематом, например, да, которые могут быть острыми, подострыми и хроническими. По локализации гематома может быть эпидуральной, субдуральной, внутримозговой, внутрижелудочковой, а может быть и множество гематом, что отягощает и ухудшает состояние пациента. Кроме гематом, в ряде случаев могут формироваться субдуральные скопления ликвора или субдуральные гидромы, которые тоже могут быть острыми, подострыми и хроническими. Ну, ситуация более редкая, чем гематомы, но и вместе с тем может иметь место быть. Кроме всего прочего, тяжелая черепно-мозговая травма, как и среднетяжелая черепно-мозговая травма, может сопровождаться субарахноидальным кровоизлиянием, отеком мозга и пневмоцефалией. Современная концепция поврежденного мозга включает в себя первичное и вторичное повреждение мозга. И вот мы с вами поговорим о том и о другом. Что касается вторичных повреждений мозга, то выделяют внутричерепные факторы вторичного повреждения и внечерепные факторы вторичного повреждения. Очень важно понимать, что эти самые вторичные повреждения мозга могут быть предотвратимы. И если мы сумеем проконтролировать и сопровождать больного в процессе его выздоровления и предотвратить те самые вторичные повреждения мозга, то с высокой степенью вероятности он останется в рамках своей первичной травмы. И особенно это относится к нечерепным факторам, в частности, гипоксии, артериальной гипотензии, которая может сопровождать пациента с момента получения травмы еще на догоспитальном этапе. Что касается внутричерепных факторов вторичного повреждения, то здесь наибольшее значение имеют внутричерепные кровоизлияния, внутричерепная гипертензия, отек мозга, дислокационный синдром, да, одна из самых таких страшных угроз, и, конечно же, церебральный вазоспазм и внутричерепная инфекция. Первичное повреждение, в отличие от вторичного, которое развивается во времени и может быть предотвратимо, развивается мгновенно, в течение миллисекунд. Оно обусловлено биомеханическим влиянием сил, воздействующих на череп и головной мозг в момент получения травмы. Причем сам факт травмы, само повреждение инициирует многочисленные сложные биохимические, иммунологические, деструктивные процессы, что усугубляет первичную травму. Смерть нейронов под действием первичного травмирующего агента наступает мгновенно. А лечение не существует. То, что разрушено, то разрушено. А дальше состояние пациента может усугубляться, как я уже говорила, может усугубляться теми самыми вторичными повреждениями мозга, которые могут быть столь значимыми, что быть даже определяющими в исходе этой травмы. Ну вот вторичное повреждение развивается через несколько минут или часов после травмы. Это гипоксия, ишемия, гипоксия мозга, апоптоз. Важно еще раз подчеркиваю, понимать, что этот процесс обратим. То есть важно не допустить развития этих самых вторичных повреждений. Основная цель в лечении черепно-мозговой травмы – сохранить мозг в рамках первичного повреждения. Это нужно начинать еще с догоспитального этапа. Ожидаемый объем помощи на догоспитальном этапе – это… Особенно для тяжелого пациента это максимально быстрая доставка пациента в специализированный стационар с максимально полной, неотложной специализированной помощью, направленной на восстановление и поддержание витальной функции. Еще несколько лет назад на одной из презентаций был задан вопрос, что неужели нужно начинать реанимационные мероприятия прямо на улице, на этапе скорой помощи. Да, как ни странно, это очень важно, и действительно нужно начинать, и реанимационные мероприятия должны проводиться по мере необходимости, не должны быть отложены во времени. И это основная возможность предотвратить те самые пресловутые вторичные повреждения мозга.
Но основными угрозами на догоспитальном этапе являются нарушение гемодинамики, нарушение оксигенации и угроза развития дислокационного синдрома. Основной задачей, еще раз подчеркиваю, и об этом говорится очень много в литературе, это профилактика развития вторичных инсультов, которая должна стать приоритетной для персонала отделения неотложной помощи, включая догоспитальный этап. Конечно, перед врачом скорой помощи стоит крайне сложная задача. Нужно оценить состояние витальных функций, уровень сознания, оценить анатомию травмы, да, если речь идет о сочетанной травме, изолированной травме, оценить механизм травмы, насколько велика повреждающая сила. И в зависимости от полученного результата принять решение о госпитализации пациента в специализированный стационар. И это очень важно. И на протяжении этого отрезка времени необходимо восстановить витальные функции, восстановить оксигенацию, восстановить гемодинамику, при необходимости заинтубировать пациента, остановить кровотечение и доставить его в нужный стационар. Опыт нашей работы показал, что пациенты, которые были доставлены в ранние сроки в специализированный стационар, они имели, конечно, лучшие результаты, лучший прогноз по сравнению с пациентами, поступившими в более поздние сроки. В ряде случаев по тяжести состояния не удается довести пациента сразу до специализированного стационара, который может быть достаточно далеко расположен, и он попадает в так называемый промежуточный госпиталь. Что делать в этой ситуации? На самом деле, если к вам поступил пациент, у которого имеется снижение уровня сознания менее 14 баллов по шкале Комы-Глазго, если речь идет об открытой черепно-мозговой травме, если это было падение с высоты более 2 метров для ребенка, если пациент получил травму в результате высокоэнергетичного механизма, если была длительная эвакуация из машины, например, более 20 минут, из завала, если это ребенок младше 5 лет, клинически которого сложно оценить, то такого ребенка все же лучше переводить в специализированный стационар. Что же из себя представляет такой стационар? Это многопрофильный стационар с круглосуточной компьютерной томографией, с лабораторно-диагностической, реанимационной, хирургической, травматологической и нейрохирургической службами. Но, с одной стороны, как бы известные вещи, и я думаю, что многие слушатели скажут, что да, у нас все очень хорошо, и у нас все это имеет место быть. А с другой стороны, по стране, к сожалению, есть стационары, которые де юра относятся к специализированным, а де факто располагают ургентной службой КТ, где кабинет компьютерной томографии, скажем, работает только до обеда, а дальше по мере необходимости рентгентехник приезжает и выполняет исследования. Или, скажем, нейрохирург, он тоже ургентный, он приезжает по мере необходимости, если вдруг привозят такого больного. И, конечно, на все это затрачивается время, которое является крайне ценным для тяжелого пациента. Диагностика повреждений не должна занимать много времени. И золотым стандартом в диагностике внутричерепных повреждений остается компьютерная томография. Причем в литературе есть указание на то, что если вам везут тяжелого пациента, кабинет компьютерной томографии должен быть незанятым к моменту поступления пациента и должен быть свободным для того, чтобы максимально быстро провести исследование. Вот примерно так должна осуществляться и осуществляться помощь детям с черепно-мозговой травмой и оцениваться тяжесть повреждения. Спасибо большое.